всех, кто зашел на мой канал. Вчера вот был на рыбалке и поймал три вот таких рыбки семейства карповых. Они, в общем-то, видно, отличаются. Но особое внимание у меня привлекла вот эта в серединке рыбка. Это плотвещ. Это гибрид плотвы и леща. Данная гибридизация, видимо, происходит от нереста в, так сказать, в неправильную погоду. Ну, в последнее время участились различные катаклизмы. То сразу жара наступает, и, видимо, одновременно начинают нереститься и лещ, и плотва. И из-за этого получаются вот такие вот рыбки. Ну, обычно вот эти плотвещи попадаются граммов 100-150, почему-то вот как лещи они не вырастают крупного размера. В основном они размером как плотва. Ну, вот это грамм, наверное, 170-180 рыбка. Вот, значит, ну, крупнее я даже и не ловил. Ну, хочу обязательно эти рыбки засолить, завялить и затем продегустировать, попробовать, что же это за плотвещ, гибрид плотвы и леща по вкусу. Ну, видите, да, вот внешне, вот что-то между, и по ширине, по высоте тела, и по глазам, и, ну, и рот, в общем-то, такой же примерно, как у леща. Видите, вот он вытянутый. Ну, вот такая рыбка появилась в наших водохранилищах. Ну, не знаю, посмотрим и оценим вкусовые качества. Итак, рыбки завялились, вот смотрите, в таком же варианте. Ну и сейчас я их продегустирую. Итак, друзья, рыбку я вот почистил, икры в ней не было. Видимо, все-таки эти гибриды не нерестятся, я так предполагаю. Значит, ну, умеренно жирная, по-моему, пожирнее подлещика, но меньше жирности, чем у плотвы. Ну, кстати, плотва тоже в разных водоемах имеет разную жирность. Ну, сейчас вот я ее попробую, рыбу, и вам скажу, что на вкус. Попробовал я эту рыбку, плотвеща. Значит, ну, что можно сказать? Ну, вкусовые качества похожи на плотвичку, да. Значит, ну, достаточно вот жирная, как я уже говорил. Ну, вкусная рыба, нормальная. Итак, на этом все. Обзор я закончил. Всем ни хвоста, ни чешуи. Встретимся на водоемах.